Вы смотрите канал Китай Покупай. Друзья, всем привет! Сейчас я покажу вам подборку 15 самых крутых и полезных вещей с сайта AliExpress. Все ссылки будут, как всегда, в описании. Так что ставьте лайк авансом. И поехали! Начинает нашу подборку необычный чехол для iPhone. В верхней части чехла сделан кармашек, куда как раз помещается пару наушников, вкладышей Apple AirPods. Прозрачная крышка не даст выпасть наушникам, когда будете носить смартфон в кармане или перевернете вверх ногами. А еще в чехол встроен аккумулятор емкостью 300 мАч, который служит зарядкой для наушников. Чехол совместим со смартфонами iPhone, от модели 6s и выше. На выбор имеется несколько расцветок. Обойдется вам такой чехол в $11. А это — автоматический дезинфектор. Еще год назад этот гаджет нафиг никому не нужен был. Но в сегодняшних реалиях он может быть важнее всех остальных бытовых приборов в доме. Работает по принципу автоматического дозатора для жидкого мыла, только вместо моющего средства в него заливается спирт. Как только вы подносите руки или какие-либо предметы к датчику, дезинфектор тут же выбрасывает облако распыленного спирта. Емкость резервуара составляет 100 мл. Работает прибор от встроенного аккумулятора на 2000 мАч. Если у вас до сих пор не получалось выработать привычку держать спину ровно, если вам приходится выполнять много сидячей работы, и уже начали беспокоить боли в спине, корректор осанки создан для решения этих проблем. Специальный корсет помогает держать позвоночник в правильном положении, не дает сутулиться, стабилизирует мышцы спины и надежно фиксирует пояснично-крестцовый отдел позвоночника. А электронный прибор по центру этой конструкции запоминает положение вашего тела при ровной осанке, а при любом отклонении от него напоминает вам короткой и бесшумной вибрацией. Данная модель корсета универсальна, подходит как для мужчин, так и для женщин. Мини-циркулярная пила от компании Deco. Вместе с упором и линейной разметкой позволяет точно и быстро раскраивать заготовки без предварительного расчерчивания. В зависимости от выбранной оснастки инструмент используется для резания таких материалов, как дерево, пластик и керамика. Специальная рукоять пистолетного типа с насечками исключают проскальзывание пальца при изменении положения пускового тумблера. Также инструмент имеет прочную металлическую платформу и вентиляционные отверстия для отвода тепла от двигателя. Вертикальная электрошашлычница. Оснащена автоматическим вращением шампуров на 360 градусов, что обеспечивает хорошую прожарку мяса, рыбы и прочих ингредиентов. Благодаря встроенному инфракрасному излучателю, блюдо быстро и равномерно прогревается, продукты становятся еще вкуснее и аппетитнее. Наблюдать за процессом приготовления вкуснятины можно через жаропрочное стекло. Также в этом кухонном девайсе предусмотрен поддон для жира, который можно промывать под водой после каждого приготовления пищи. Имеется и таймер для удобного использования. Устройство не занимает много места на кухне, его размер всего лишь 35 на 21 сантиметр. Многофункциональная аккумуляторная электробритва с кучей насадок. Оснащена тремя плавающими бритвенными головками, которые максимально повторяют контур лица, не пропуская ни единого волоска. За счет этого происходит сверхгладкое бритье. В комплекте имеются дополнительные насадки для ухода за носом и ушами, триммер для труднодоступных мест, щетка для чистки лица и даже зубная щетка. Все насадки и бритвенные головки моются водой. Электробритва пригодна для влажного и сухого бритья. На одном полном заряде аккумулятора может работать до 5 часов. Объектив-телескоп для смартфона. Оборудован современной оптикой с 60-кратным увеличением и четким изображением. Аксессуар может применяться как монокуляр без телефона, или как объектив-телескоп со смартфоном. Объектив выполнен из авиационного алюминия, стекло используется оптическое с многослойным покрытием, позволяющее получить изображение HD-качества. Универсальная алюминиевая клипса для крепления предоставляет четкую надежную фиксацию объектива, не повреждая корпус и экран смартфона. В комплект поставки входят монокуляр, клипса, наглазник, штатив и чехол для транспортировки.
А это автоматическая машина для приготовления макарон и спагетти в домашних условиях. Это простой и легкий способ готовить вкусные домашние блюда для всей семьи. Машина сделает всю работу за вас. Вам нужно только добавить нужные ингредиенты. Она смешивает продукты, замешивает тесто и формирует лапшу. В комплекте имеется несколько насадок для приготовления различных видов макаронных изделий. Можно экспериментировать и добавлять в тесто различные ароматные травы, томатный или шпинатный сок. С помощью данной машины можно готовить спагетти, макароны, лазанью, вермишель, феттучини и так далее. Продолжает нашу подборку аксессуар, без которого не обойдется ни одна вечеринка, выезд на природу или шумный детский день рождения. Речь идет о беспроводном караоке-микрофоне. Он может сопрягаться со смартфоном по Bluetooth-соединению, также есть разъемы microUSB и AUX, что позволяет подключить наушники или записать спетую песню на диктофон телефона. Имеет собственную FM-волну, за счет чего можно вывести мелодию и голос на любую штатную акустику, в том числе и на автомобильную. А еще микрофон можно использовать как Bluetooth-колонку и как Powerbank для зарядки гаджетов. Стильная светодиодная настольная лампа со встроенным аккумулятором. Сделана из белого ABS пластика. Имеет высокую ножку, благодаря шарниру легко наклоняется и можно выбрать удобный угол свечения, пучок света направленный и не светит по сторонам. Яркость и цветовая температура плавно регулируются с помощью кнопки на основании. Запоминается последний выбранный режим. Емкости аккумулятора хватает на сутки работы в режиме средней яркости. Заряжается лампа через USB кабель, который идет в комплекте. Портативный автомобильный пылесос. Несмотря на крохотные размеры, этот малыш имеет высокую силу всасывания в 4 кПа. Благодаря дополнительным сменным насадкам, вы сможете легко чистить пыль, крошки, песок в салоне авто, рабочие поверхности в доме, шерсть домашних животных на ковре и так далее. Управление осуществляется при помощи всего одной кнопки. На передней панели для удобства расположены индикаторы уровня заряда. Корпус изготовлен из алюминия и ABS пластика. Пылесос работает без мешка, весь мусор попадает в специальный резервуар. Очистка от мусора осуществляется путем снятия колбы с фильтрами всего в несколько движений, систему фильтров при необходимости можно промыть в воде. Игровая ретро-консоль. Этот компактный прибор позволит вам вспомнить детство, играя в старые добрые танчики, Super Mario или Mortal Kombat. Только вместо громоздкой приставки, картриджей с играми и кучей проводов, вы получаете маленький кардридер размером с флешку, на борту у которого закачано более 500 популярных игрушек. Также имеется два беспроводных джойстика. Консоль подключается к телевизору или монитору через HDMI разъем. Поставляется в компактной коробочке, которую можно легко взять с собой в гости к друзьям или родителям, и весело провести время за старыми играми. Ручной массажер пистолетного типа. Используется для уменьшения мышечной боли, улучшения кровообращения, снятия боли в суставах после тяжелой тренировки или продолжительной физической работы. Его применяют профессиональные спортсмены и люди, страдающие рассеянным склерозом, артритом и мышечной атрофией. Массажер выполнен в эргономичной форме в виде пистолета, он комфортно лежит в руке, им удобно пользоваться. В комплекте имеются 4 насадки для воздействия на разные группы мышц. Оптимальная длительность сеанса – 15 минут. Работает массажер от встроенного аккумулятора. Рабочие кроссовки с металлическим носком обеспечивают одновременно безопасность, легкость и комфорт для ног. Модель идеально подходит для людей рабочих профессий. Имеет способность защищать ноги от механических повреждений. Кроссовки отлично подходят для любого сезона, благодаря дышащим материалам и способности терморегуляции. Верх кроссовок выполнен из специального текстильного материала, подошва из двойного полиуретана. В области пятки имеется так называемый амортизатор, который принимает на себя основной удар при ходьбе. Благодаря этому, снимается нагрузка с позвоночника и суставов, в результате чего ноги меньше устают, даже при длительной ходьбе.
И завершает нашу подборку малярный валик с резервуаром для краски. Это супер альтернатива обычного валика и покрасочной кисточки. С ним процесс покраски будет происходить легко и быстро, без брызг, потеков и пятен. Просто залейте краску в резервуар, размещенный в самом валике, и равномерно распределите ее на поверхности. Теперь окрашивание стен, ограждения, дома и чего угодно, задание посильно даже для детей. Данный валик можно заказать отдельно, а можно весь комплект, в который еще входит маленький валик для узких поверхностей, валик для углов и стыков, поддон для краски, мерная емкость и телескопическая ручка.